купил краску. Молотковая называется. Это все должно отпесконструиться. Смотрите, как я ящик поставил. Я потом снизу закрою вот это место, и у меня тут тележки будут стоять. Вот он открывается. Вот тут резинка такая. Взял такой лист и болгаркой порезал. А вот этим делом не занимайтесь. А вот того не стоит. Сейчас я к соседу зайду. У меня просто есть, ну, тут определенные люди. Про Лукашенко пару слов. Без комментариев. Ну, все, блядь, знают, кто такой Лукашенко и что он из себя представляет. Посмотрите на его удивленные глаза. Для тех, кто в магазине увидев такую банку и вот такую гладкую крышку, если вы вдруг задумаете что-нибудь покрасить, типа, чтобы это было красиво, вспомните меня. Покрасил вот эту штучку. В инструкции написано, это, ну, типа, который скоростя переключает. В инструкции было написано, что типа нанесите несколько слоев, чтобы эффект был такой более-менее хороший. Вот у меня тут косяки. Не знаю, видно, не видно. Вот они. Тут еще. Короче, уже полтора часа не могу тронуться с места. Даже дотронуться не вариант. Она мягкая краска. И пока не могу установить, что я еще сделал. Купил краску. Молотковая называется. Типа видели, на дверях такая и на сейфах такой шершавая бывает краска. Покрасил вот этот участок. Так, для эксперимента. Это вам сейчас покажу. Видите, как такая она, щегрен, как ее называют, такая бугристая. Это все должно отпесконструиться. Вот. И уже по-нормальному будет краситься. Кому интересно, попозже полностью платформу покрашу этой краской. Потом уже будем смотреть, как получилось. Вот моя гордость. Смотрите, как я ящик поставил. Вот такая тема. Сейчас я сдвину платформу, покажу вам, как она внутри, как я ее сделал. Вот, короче, вот угольниками раз, два, а тут уже полоска. И на двухсторонней ленте это все заклеил. А почему я оставил вот это место пустым? Я потом снизу закрою вот это место, и у меня тут тележки будут стоять, две тележки. И получается, пока не сдвинешь платформу, до них доступа не будет. Четко придумал. Напиши комментарий, как бы ты сделал. И ящик у нас Даткин. Раз. Два. Вот так. И вот так. Вот он открывается. Вот тут резинка такая, чтобы вода не попадала. И вот это, ну, как ее торчит. Она хорошенько ее закрывает. Видите, вообще ничего нет внутри. А вот это то, что мокро, вот это у меня тусул. Или антифриз пролил. Вот из такого листа, видите, зеркально. Здесь там поцарапано, тут стоит остальная пленка. Понимаете, он в идеальном состоянии.
Взял такой лист и болгаркой порезал. Режется очень легко, потому что лист тонкий. Ну, смотрится очень хорошо, если честно. Так что берите на заметку. А вот этим делом не занимайтесь. Оно того не стоит. И выглядит на камеру чуть-чуть лучше выглядит. На самом деле оно того не стоит. Вот даже если соберусь делать, надо хорошенько зачищать. Тут, чтобы вот этих моментов не было. И это надо делать тогда, когда у вас есть свободное время. Потому что в моем случае уже почти 2 часа я точно жду, пока оно высохнет. Я думаю, уже можно устанавливать. Сейчас поставлю и покажу. Вот, короче, поставил. А пока ставил, смотрите. Очень мягкая краска. Время потеряно зря. Со стороны выглядит неплохо, но она того не стоила. Так что сейчас я к соседу зайду. Покажу вам его гараж. Ничего вообще не говорю. У меня просто есть, тут определенные люди. У тебя свой влог или что? Говори, говори. Которая, блядь, ты про ключ говорил, про 16. Как ты про него вспомнил? Обычно. Так, подожди. Людям покажу. Смотрите, такой гараж, кто видел? Вот. Ходите в пескострую, вон он стоит. Полуавтомат. Компрессор. Кислород. Подожди. Балансировка. Шиномонтаж. Что у тебя тут, Ваня, еще? Плазменная резка тут была где-то. О, пушка. Тут квадратов 30 максимум. Как это все здесь помещается. Инфинити, ящик. Походу, это ящик когда-то новый был, да? Он и есть новый. Пока ты его установил, он уже, Ничего страшного. Я знаю, что с ним можно сделать. Ваня. Я тоже знаю. Скоро ты его увидишь на автомобиле. Да? Да. Скоро начнем снимать Ивеку. Что? Давай говори. Что там будет? Новый проект? Угу. Что будешь делать с ней? Пескоструй, покраска. Все полностью. Сдвижка. Сдвижка. Ага. Алюминиевая. Сколько у тебя подписчиков? У меня? 339 тысяч. Серьезно? Да. Посмотрите на его удивленные глаза. Да ты популярен? Да, и кстати, про Лукашенко пару слов. Без комментариев. Ага, без камеры. Смелее ты был, Ваня? Нет. А ты? Нет. Ты же тоже белорус? Конечно, белорус. Говори. Я тоже без комментариев. Воздержусь, что, блядь, может, и закроет. Это все, блядь, знают, кто такой Лукашенко и что он из себя представляет. Блядь. Короче, вы все равно топите за Тихановскую, правильно я понимаю? Конечно. Ты тоже? Она лучшая. Тихановская лучше, да? Или ее муж? Это без разницы. Кто-нибудь из Тихановских. Все. Даете свое согласие на то, что я это размешу в Ютубе? Да размещайте хоть. Вот человек скоро будет вот из этой машины делать эвакуатор, сдвижку с алюминиевой платформой. Где у него вот это? Сейчас я покажу, из чего он будет делать. Вот она. Короче, полный комплект гидроцилиндров, подрамника. Нужно это просто все зачистить, собрать. Но это когда-нибудь потом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Или напишите, о чем вы хотели, чтобы я снял. Может, вам сделать обзор моего эвакуатора. У меня есть несколько ништяков. Фонари, фристом, габариты. Вон, у меня еще
фароискатель. Или вот под роликом, который я делал, вот эту платформу, было очень много вопросов там про эти чертежи, про то, как ее делать. Можешь сделать реально ролик с линейкой, все замерить, показать каждую деталь, из чего она сделана, какая толщина. Потому что когда я хотел сделать платформу и не знал, как ее сделать, у меня именно вот эти вопросы были. Напишите в комментарии, что вас интересует. И мы, то есть я, постараюсь сделать ролик.